У нас есть 4 вот таких вот элемента логических и 4 уровня задачи. Самый простой — это старт, юниор, эксперт и уже мастер. Ну вот первая задачка — это 5 лягушат. Нам нужно закрыть всех других обитателей водоема. Сначала посчитаем, сколько лягушат всего. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Стоп, это 3 разные задачи. 1, 2 и 3, да? Да. То есть сначала у нас вот эти вот лягушаты. Да, вот задача номер 1. Этих надо закрыть всех. Задача номер 1. А все остальные объекты должны быть закрыты. И причем закрыты вот этими вот фигурками, да? Да. Да. Хорошо. И как Итак, это делать? Смотрим. Ну вот этот лягушонок, он в центре. Эти элементы в центральной части закрыты. Поэтому единственный элемент, который нам подходит, это вот такой. Если мы так повернем, то будет кто-то из обитателей еще, значит, надо поворачивать так, чтобы Отлично. Не было. Теперь смотрим. Вот эти 2 лягушонка расположены рядом. Значит, нам нужна заслоночка такая, чтобы их было видно. Здесь мы с вами закрываем лягушонка, открываем только одного с краю. То есть и это, и сюда она может встать. Поэтому мы должны посмотреть не на этот элемент, а вот на такой. Почему? Если мы закроем, то ему в пару будет открытый. Значит, это соответствует только одной ячеечке. Ну и здесь получается Решили. Так. Отлично. Ну, давайте еще. Вот 5 лягушат. Какой номер? 8. Номер 8, да? Хорошо. Нам Теперь нужно на доску открыть, убрать фигуры все старшие, старые. Нет, нам нужно посмотреть. Вот у нас 5 лягушат сейчас есть. Да. Как повернуть, потому что вот это бесполезно поворачивать. Этого тоже надо. Нам нужно посмотреть, как повернуть, чтобы осталось 2 тритончика. Значит, берем, находим тритончика и поворачиваем. Теперь здесь берем, да, вот в паре тритончик. Этот закрываем. Отлично. Да, одно из сложных заданий — это как закрыть всех. Да? То есть так, чтобы осталось всего 3 элемента. То есть это для... То есть 7-я задача. 7-я задача, да. 1 лягушонок и 2 рыбки. Ну, сначала мы снимем всех, чтобы понять, а где же у нас эти 2 рыбки. Есть 2 рыбки? Ага, вот. Значит, наша задача — вот эти 2 рыбки должны быть открытыми. Должны быть открытыми. А лягушат, наоборот, будем сейчас закрывать. Первое. Вот здесь надо, поскольку надо закрыть по максимуму и лягушат, то давайте центрального лягушонка закроем. Здесь должна быть открыта только рыбка, а в центре никаких элементов нет. Поэтому мы откроем рыбку, и в центре не будет никаких других элементов. 2 лягушонка. Ага. Мы вот этот можем использовать пока только для одного лягушонка. Да? И рыбку закрыли. Вот так вот сразу не получится. Да. Рыбку с лягушонком закрыли. Давайте все-таки закроем, да? Оставим только рыбку. Лягушонка. А вот здесь обязательно кто-нибудь еще и выскочит. Это самое. Приспособление осталось. Да, вот уже 7-я задачка. Уж больно много лягушат. Давайте.
сожалению, придется все-таки открыть рыбку с лягушонком в центре. Нет, но в центре тут кто-то будет. Нет, в центре нельзя никого пускать. Давайте вот так. Да, закрыли. Здесь, соответственно, рыбка. Все остальное закрыли. В центре нет никого. Да. Здесь вот так в пару к нему набьется. Вот так. Да? Ну и последнее. Все. Всех закрыли. Пруд зарос. Очень хорошо.